Всем здравствуйте, всем большой салам. Я вот не знаю, с чего начать ролик. Может, подскажете? Я обычно все ролики свои начинаю с комментарии роликов тех, кто их выпустил. Вот в последнее время Намик Акстафинский, я не успеваю его ролики смотреть. Намик пусть на меня не обижается. Потом смотрел ролики Джокера Боевского. Нет, начну все-таки с Намика Акстафинского. Как не смеяться? Как эти ролики просто так пропустить? Вы все знаете, что я обычно все свои ролики, обычно я их комментирую. Это и армянские ролики я комментирую, и ролики наших ребят комментирую, и так далее. Вы знаете, там был один ролик у Намика Акстафинского. Все бы ничего, все хорошо у Намика. Ну, все классно показал, все. Самое страшное, я думаю, это для украинских, для наших украинских друзей. Самое страшное, когда выходит армянский политолог и в открытую на весь мир. Вы знаете, YouTube удивительная вещь, да? Вот меня знают по всему миру. В Америке, в Европе, в России, Казахстане, там, в Средней Азии, там, Австралии. Люди смотрят в Азербайджане, в Армении. Люди смотрят и делают свои выводы. И, вот, и не только меня, это и вас тоже это касается. А тут то, что он показал, и человек, ну, вроде бы с мозгами, политолог все-таки. Имеет какой-то определенный свой статус. И вдруг человек на весь мир, представляете, это знает Америка, Европа. Этот человек заявляет, что борщ украинский – национальное блюдо армян. Это его слова. Еще раз повторяю, для тех, кто не понял, когда человек сидит и говорит, украинский борщ – это национальное блюдо армян. Если всерьез говорить о культурных артефактах вот такого типа, да, в том числе о кухне, о, ну да, борщ является армянским национальным блюдом. А теперь скажите, а при чем тут тогда Украина? Он просто сказал бы, что борщ – это национальное блюдо армян. Так что, уважаемые украинские братья, если вы стоите, присядьте. И теперь, знаете, и зарубите себе на носу, козаки Запорожья. Борщ, оказывается, это армянское блюдо. Тут не поспоришь. Мы уже привыкаем, потихонечку начинаем привыкать, что раньше была долма, сейчас стала толма. Почему? Веками, тысячелетиями говорили, что это долма. А сейчас стало толма. Даже в фильме у Данели, да, по-моему, снимал «Мимино», когда армянин говорит, что долма. Ну, разве армянину докажешь? Если ему гол забьешь, хрен ты ему что докажешь. 2057 год. Сборная Кавказа по футболу выигрывает чемпионат мира. И у главного тренера спрашивают, как получилось, что вы обыграли в полуфинале бразильцев 100-0, а в финале французов 700-0. И главный тренер говорит, все очень просто, говорит, я в нападении поставил дагестанцев. Они очень хорошо нападают, они борцы, тяжелоатлеты и так далее. Говорит, в полузащите я поставил грузинов. Они играть не умеют, но зато красиво пасы дают. Говорит, в защите я поставил азербайджанцев. Пока денег не дашь, дальше к воротам не пройдешь. А в воротах я поставил армянина. Гол забьешь, фиг докажешь. Суть не в этом. Лаваш это армянский. Что еще? Да все ваше. Мы не против. Лишь бы в мире вы были. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.